Всем привет! Это будет видео про мои покупки, про мои впечатления о них, и вообще, может быть, это просто прикольно посмотреть, кто что покупает. Поэтому... Я делала заказ на сайте Adidas. Если честно, я там не очень люблю заказывать, потому что там, во-первых, платная доставка, и если там возврат, очень сложно все это дело возвращать, нужно по почте, e-mail, в общем, опять за нее платить, и деньги возвращают не сразу. Поэтому я была сразу готова, что... что-то пойдет да не так. И, в общем, в этот раз тоже пошло что-то не так. В Adidas я обычно покупаю одежду Stella McCartney. Мне очень нравятся фасоны, потому что они необычные. Элегантная спортивная одежда. Плюс мне очень нравится качество. Ну, в этот раз немножко покачала. Мне очень нравится, что здесь прозрачная деталь. Вот это. Мне нравится очень, что женственно, что здесь какие-то цветы. В общем, мне очень нравится, что из нескольких тканей. Плюс, смотрите, какая прикольная спинка здесь сзади. И, как бы, мне очень понравилось. Удобно, плотно, ничего не просвечивает, кроме вот этого. There must be another way. Вот эту маечку я уже приготовила для того, чтобы отправить назад, потому что мне показалось, она мне не совсем подходит по цвету, плюс у нее дефект технологической обработки. Я это не приемлю, поэтому я такую вещь я ее сдам. Это я капризная. Точно такой же фасон, единственное, чем отличается, это цвета. Мне этот цвет не очень подошел, мне кажется, пестрость на животе, она как-то, не знаю, не делает его стройнее. Что касается технологической обработки, прямо на груди вот здесь вот пузырек, который... Ну, в моем понимании, не должен. Также я очень хотела заказать там спортивный бюстгальтер, что и сделала. Заказала такого флуоресцентно-оранжевого цвета. Как-то в камеру он не очень флуоресцентный, как и на фотографиях в интернете. Мне казалось, что он будет просто оранжевый, как бы, и все. А на самом деле он такой, знаете, цвет маркера. А что мне не понравилось? Здесь внутри есть чашечки, которые, когда одеваешь на груди, деформируют ее. Грудь обычно круглой формы, треугольная, ну, в общем, какой-то. Этот спортивный бюстгальтер делал эту бугристой в нескольких местах, хотя сделан очень классно. Что касается его других свойств, я именно предназначен для удержки до груди. Это очень классный бюстгальтер, в нем можно прыгать на батуте, вообще в нем можно прыгать, бегать и вообще, что хочешь делать, грудь останется на месте, зафиксирована, здорово. Но единственное, мне не понравилось то, что у меня какая-то бракованная чашечка, хотя так вот внешне они выглядят обычными, нормальными чашечками. Его я тоже отправлю назад, потому что мне не хочется платить за такую вещь. Такая капризная, вообще с ума сойти. Такая капризная, с ума сойти. Но вот это оставлю, мне понравилось. Лето, время шляп, как все знают. Ну, в общем, у меня тоже время шляп. Я приобрела шляпу, соломенную шляпу в центре за 400 рублей. Вообще класс. Внутри классная подкладка. Все очень хорошо сделано, очень красиво, качественно. И, к сожалению, не могу я сейчас померить, потому что моя прическа испортится. Иногда в самых неожиданных местах можно встретить что-то очень классное. И это касается следующей моей покупки. Это жакет Марк энд Спенсер, но это не основная серия, а серия Спежиале, Перуна. Мне очень нравится. На атласной подкладке, на молнии. Я вам даже сейчас покажу, как он смотрится. И его, знаете, можно накинуть на что-то совершенно простое, на какое-то черное платье, на красное, на зеленое. И это будет уже выглядеть очень здорово и эффектно. По поводу всяких украшений, каждый раз я покупаю что-то для волос. Не могу у меня. Так вот, в этот раз я зашла в магазин Дива и купила там такую резинку для волос. Очень классно ее одеть на пучок. Классно очень смотрится. Такие розочки, они выглядят как настоящие. И мой ребенок, он даже их нюхает, и они ему нравятся. Ободочек на волосы из цветов. Это очень по-летнему, очень здорово, очень так легко и красиво смотрится с распущенными волосами, с запущенными. В общем... какими-то прическами, если умеете делать прически, очень здорово. Я, к сожалению, не очень умею делать прически, хотя может создаться другое совершенно впечатление. Также в моей косметичке появилась новинка от Клиник. Это помада Чубик, как его называют в интернете. Когда я выложила фотографию с ним в Инстаграм, почему-то очень много людей написали о том, что он их подсушивает. Знаете, он очень интенсивный цвет. И если есть какие-то маленькие шелушения на губах, он сразу их сильно подчеркивает. Возможно, из-за этого кажется, что он подсушивает. Любая цветная помада, любой пигмент, он забивается в складочки и подчеркивает ее дополнительно. Из-за этого у многих складывается впечатление, что он подсушивает губы. Мне он не подсушил. Мне понравился ее фасон. Он в виде карандаша, пластикового карандаша, просто выкручивается, выкручивается и закручивается. Я не пробовала.
Вот и все мои немногочисленные покупки, которые я совершила. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, пишите мне письма. Мне всегда это очень приятно. Если вам чем-то не понравилось это видео, напишите, пожалуйста, чтобы я вообще понимала, что к чему. Просто потому, что мне хочется стать лучше. И если вы мне напишите, чем оно вам не понравилось, это будет очень здорово. Я хотя бы буду знать, куда мне двигаться. И, конечно же, пишите, почему оно вам понравилось, чем это видео вам запомнилось и чем оно полезно. Или, возможно, вы хотите больше таких видео, тогда я буду их снимать чаще, потому что комплименты, они всегда поднимают настроение, они дарят заряд эмоций, дарят заряд энергии того, чтобы снимать новое что-то, и они вдохновляют. Поэтому всех целую, обнимаю, прям вообще не могу, пока! Сегодня утром я смотрела детский канал «Карусель», и там был мультик. В этом мультике были летающие русалки, они были ковбоями, они пасли коров, там была русалка-собака. И я на мгновение сделала так: в мире возможно все. Когда ребенок с детства смотрит такие мультики, и для него это все норма, он понимает, что все возможно. К сожалению, люди, вырастая, начинают разочаровываться в жизни, порой бессмысленно и вообще на пустом месте. Я вдруг поняла, что взрослым тоже надо смотреть такие мультики, чтобы они понимали о том, что все возможно, чтобы они стремились к цели, было желание жить, чтобы они понимали, что любое их желание, любая их фантазия, она осуществима, и главное в это верить, в это хотеть, и тогда обязательно все получится. Та-дам! На этой ноте я хотела бы закончить, потому что я хочу вам подарить немного вдохновения. Возможно, эти слова кому-то придутся по душе и вдохновят их на то, чтобы они двигались пусть к своим каким-то самым сумасбродным идеям, пусть к тому, что все вокруг говорят, что это невозможно. Двигайтесь к цели, и тогда у вас обязательно все получится. Главное — верить. Пока!